Мы собираемся с друзьями, катаемся на арене, захватываем все точки турнира. Нам надоели, ты долго не будешь спать, надеяться на победу. Всем привет, друзья! Сегодня я тестирую подбор в турнире. У меня это третий день. Предварительно поиграв, я уже могу сказать, что подбор бывает довольно разный. В игре идет перемешка фуловых ангаров с мелкими. Это отличается от первого турнира, когда против меня кидало исключительно мелких. То сейчас, может кинуть против меня более-менее равных. Конечно, все равно подбор ожидает желать лучшего. И игрокам с мелкими ангарами лучше не заходить этот турнир, сохранив ключи на следующий. Очень печалит FPS. Очень скачет его показатель, независимо от того, это интернет телефона или роутер. С этим действительно что-то нужно делать, и это не случайность. Практически каждый бой так. Далее интересная новость, кто не знает. Сегодня получили уведомление с официального дискорд-сервера MechArena. Вот что там пишут. Уважаемое сообщество MechArena, за последние пару недель в игре произошло несколько важных обновлений. Мы благодарим вас за то, что вы поделились своими подробными отзывами. Мы передали все ваши комментарии команде, и вот чего мы ожидаем на следующей неделе. Первое. Команда приняла во внимание отзывы о турнире, и тест продлится только до конца текущего турнира. Тест обновления турнира будет отменен в понедельник, 12 августа, в 12 часов по часовому поясу UTC. Второе. Популяция ботов, оснащенных модами, будет пересмотрена еще раз, ожидается, что это изменение вступит в силу на следующей неделе. Третье. Новая функция модов создала необходимость в некоторых перестановках в ангаре. Чтобы помочь процессу, на следующей неделе будет включена скидка на удаление имплантов. Вот такие позитивные новости. Это еще раз говорит о том, что нужно не молчать, а писать свои отзывы и замечания по игре в службу поддержки. Даже если вам не сразу ответят. Поэтому у вас есть время обдумать, какой ангар вам лучше всего собирать, учитывая моды. Как бы то ни было, но я буду отправлять М-рифль на полку, так как они перестали быть играбельны в связи с введением модов. Еще сказали, что тест турнира продлится до его завершения. Поэтому это еще раз подтверждает, что мелким ангарам лучше не играть этот турнир. Ну а теперь хорошего тебе просмотра. Не забудь оценить видео лайком, а также обязательно подпишись на мой канал. Еще у нас есть игровые сообщества в Дискорде и Фейсбуке. Кому интересно, пишите в комментариях, дам ссылку. Итак, полетели.
in this cock mask on my face. That's it takes to give me some. I'ma catch a murder case. On my clock in this cock mask on my face. That's it takes to give me some. I'ma catch a murder case. I'm gonna get you murdered.